Добрый день, дорогие друзья, с вами Серафима Морозова, я представляю наш канал «Здоровы с нами», и сейчас я с вами буду обсуждать антипаразитарную программу, как бы подготовку, как мы это пьем и что для этого нужно. Все приобрели или сами приготовили, или какой-то у них есть другой антипаразитарный сбор, мы будем говорить про Марси, пихтовый бальзам, по желанию, деготь березовый, потом у нас еще здесь есть спирулина, пихтовое масло, бетулин. Вот что мы пьем первым? Бетулин мы будем пить на протяжении всей программы. Если вы его уже получили, вы можете уже его начать пить по одной чайной ложке несколько раз в день после еды, как горечь не запивая, или пить по одной столовой ложке, набираем, полощем во рту, выполаскиваем, глотаем и запиваем большим стаканом воды два раза в день. Или по одной чайной ложке несколько раз в день. 3-4 раза в день после еды, как горечь. Теперь, значит, Марси. Марси я обычно перекладываю в такую посуду, мне так удобнее, да? И вот смотрите, у нас здесь идет... Вот я обещала показать, как открывать. Вы должны, вот чтобы это колечко открылось, потом открываете, и получается у вас вот такая пипеточка, капельница очень удобная, дегтя. Оно не воняет, не пахнет, ничего не пачкает. И пихтовый бальзам. Пихтовый бальзам... тоже добавляете. Вот смотрите, значит, я беру большую ложку вот травы, делаю здесь дырочку, вот в эту дырочку капаю 10 капель, 10 капель дегтя, добавляю не больше пол чайной ложки пихтового бальзама, прям чуть-чуть сверху на деготь. И все это я буду запивать водой. Вот я запиваю вот эту воду с кремнием, селинка, да. Я за 2 дня выпиваю вот эту бутылку, то есть по 600 грамм в день. Теперь вот эту смесь просто берете, глотайте. Запивается. Если вы все сделали правильно, то у вас последним, первым будет вкус пихтового бальзама, такой он сладко-горький. Запах и вкус дегтя вы не почувствуете, а последним у вас будет горечь травы. Очень удобно пить до еды. Это тем, у кого нет проблем с кишечником. Если вдруг вы начали пить антипаразитарку и у вас пошла боль, тогда вы принимаете это после еды. Ну, где-то через полчаса, через час. Значит, у нас идет бетулин, антипаразитарка, и мы будем на этой всей нашей программе пить спирулину. Спирулина, она, вот эта партия у меня крупная. Вот можно посмотреть, да, такие крупные таблетки. Поэтому таких таблеток у нас будет 3. На большой вес 5. 2 раза в день. Внучке своей я тоже даю вот эти 3 таблетки, но 1 раз в день. Если вы это будете пить до еды, то даст это у вас эффект похудения. Если вы будете пить во время и после еды, такого эффекта не будет. Но что нам дает спирулина? Вот эти 3-5 таблеток заменяет нам большую тарелку зелени. Во-первых, у нас не хватает клетчатки, особенно зима, особенно кто живет на севере, кто живет в деревне, да, то есть не насушили, не наготовили. Даже на сушеной зелени ты столько не съешь. Здесь и аминокислоты, и витамины, и провитамины, вы все это вот просто запиваете. Я много раз покупала спирулину в порошке. Вот сколько раз купила, столько раз выкинула. Я не могу ее пить ни в каком виде, ни в коктейлях, ни в смузи, нигде. Не могу. Вот этот вот цвет, вот этот вот запах, не могу. Поэтому я беру таблетки и пью таблетки. Много лет. Очень любит у меня спирулину пить сын младший. Потому что у него бывают запоры. И если он, вот он говорит, мам, если я не ем спирулину периодически, ну, потому что он не ест только зелени, как я. Вот я, например, покупаю руколу, да, упаковку. Это мне на 2 салата.
Я, конечно, стараюсь делать. Я ему положу чуть-чуть хотя бы, чтобы он съел. Но он не любит зелень, и он ее не ест. Он ест спирулину. Если он ест спирулину регулярно, он говорит, у меня нормальный стул, нет проблем с кишечником. Как только он куда-то поехал или пошел, или забыл, или вот я ему не наложила, я просто перекладываю всегда вот это вот в стекло, и тут закрыла, да, в фольге. И он забыл, и потом несколько дней он говорит, ой, говорит, что-то вот, ну, потому что мало двигается офисная работа, потом вечером сидит, еще учится, старается. Ну, то есть человек мало двигается. Хоть и молодой, но проблемы с кишечником есть. Поэтому рекомендую, если у вас есть всякие такие минеральные добавки, вот это вот у меня Sherline, вот я ее купила, вот она у меня как валялась, так и валяется, не пью. Но если у вас что-то такое есть, пожалуйста, пейте. Потом я могу сказать, вот здесь посмотреть, чего только у меня здесь нет. В итоге из того, что я выпиваю только вот это, не потому что это я сама готовлю, а потому что, ну вот я купила, 5000 рублей отдала, здесь 120 тысяч вот эти вот серапептаза, короче. Я их ела? Нет, забываю. Потом у меня здесь есть настойка монарды. Потом вот здесь у меня мацерат зверобойного масла. Потом чистотела есть. Чего только нету. Вот мне подарили сушеный мухомор. Потом вот я брала это вот Дюгланекс. То есть чего только нету. Все вот это у меня не идет. Не пьется. Пробиотики и все остальное. Вот это я когда в программу вхожу, я все это пью. Не забываем, что мы, например, вот если когда мы пьем антипаразитарку, то Марси мы пьем весь месяц. Пихтовый бальзам можно вообще пить всегда. Он очень хорошо с ним сладит с кофе. От всяких таких вот энергетиков, потому что он не содержит кофеина, но очень хорошо как бы заменяет и по вкусу, и как-то обманывает мозг, короче, но он не тонизирует. И, а деготь мы пьем, 7 дней пьем, 3 дня перерыв. Поэтому вы себе где-то календарь повесьте и ставьте себе крестики сами, когда начали пить. Потому что нам не нужно, чтобы было привыкание. И еще мы будем деготь использовать шприцем, переложим в какую-нибудь пластиковую такую бутылочку, баночку, да, в любую вот с крышечкой, берете инсулиновый шприц без иголки или 2-граммовый шприц, и будем это делать анально, как микроклизма на ночь. Но это будет у нас отдельная лекция на эту тему. И еще очень хорошо использовать пихтовое масло. Оно очень хорошее, оно чистое, оно эфирное. Прям вот она как вода. Очень я люблю запах пихты, но желательно вот хранить его в стекле, хранить в темном месте и не контактировать с руками. То есть вот так вот делать, если будете, то оно у вас через месяц уже сгоркнет, потому что контакт с кожей. Поэтому надо в какие-то такие маленькие, вот в такие баночки переливать. Это просто у меня стимулин, концентрат. И пользоваться маленькими. Я, например, когда в баню беру, я беру в баню, очень люблю. Потом наносить на тело очень хорошо. Потом, когда вы заболеваете. И оно очень хороший противовирусный препарат. И противопаразитарка. Надо 5 капель. Можно вот такая вот есть маленькая пипеточка, да. Ну, если нет такой маленькой, можете любую использовать. Можно использовать такую, например, пипетку, да. Неважно. 5 капель с медом смешали чайную ложечку. И принимайте. 2 недели, потом перерыв. То есть очень хорошая вещь. Вообще пихтовое масло – это лучшее средство от герпеса. Ну, это еще мы все это будем обсуждать. Поэтому готовьтесь. Скоро начинается у нас антипаразитарная программа. Она начнется у нас сразу после очищения печени. Но бетулин уже можно начинать пить. Спирулину тоже.